Всем огромный-огромный привет! И мы снова сходили с мужем, закупились. Надеюсь, на недельку нам хватит. Прошлой покупочки нам, в принципе, хватило на 5 дней. Основных продуктов кое-что, конечно же, пооставалось, но кое-что закончилось, поэтому сходили, докупили. И сразу предупреждаю тех, кто слабонервный и падает в обморок при виде продуктов не ПП, сразу не продолжайте смотреть, потому что это супер! Супер неправильная закупка продуктов. И давайте начнем по порядку. Как всегда, это топленое молоко 4%, 1 литр для чая, кофе. Постоянно покупаю клевер, очень-очень вкусное молоко. Также повторила покупочку молодее, молоко питьевое, стерилизованное 3,2%, 1 литр. В прошлый раз я также покупала 2 упаковочки. И да, в принципе, очень хорошее молоко, нам понравилось, дети и муж пьют. Выпечку хорошо идет, поэтому вот взяли еще 2 литра. Но у нас нет таких прям вот супер любителей молока, чтобы пили целыми днями. Поэтому нам вот 2 литра хватает достаточно таки надолго. Также детям я докупила еще вот такой вот имунели. Это банан и яблочко, 2 штучки. Так у нас еще остались те имунельки. И вот я докупила еще 2 штучки. Вот такие десерты у нас все любят. От Эрман Гранд Десерт, это со взбитыми сливками, ванильный десерт, очень вкусный, здесь их 4 штучки. Снова взяла масло Вологодские традиции, 82,5%, 500 грамм на выпечку. Очень хорошо оно идет в выпечку, я не использую маргарин, а покупаю вот это масло, и замечательно. В этот раз у нас есть и мясные покупки, хотя там у меня еще фарша осталось достаточно. Но в этот раз я взяла вот филе куриных грудок. Здесь у меня больше килограммчика на 236 рублей. И свинина карбонат. Почти килограмм, 970 грамм на 233 рубля вышло. К чаю очень много мы сегодня взяли. Также вот такое еще масло взяла, сливочное, 82,5%, здесь 180 грамм. Его я взяла вот как раз таки на бутербродики и в кашу добавлять деткам. Вот такое беру масло. Ну и к чаю здесь просто множество всего. Взяли вот такое вот печенье. От Любятова, Мария, уже покупали, детям нравится. Вот такое вот печенье, оно не слишком сладкое, и они вот могут его там, например, с тем же самым йогуртом попить или даже с чайком. Также вот такое вот печенье взяли, оно здесь с начинкой, такое как насыпное получается, со вкусом черники. И здесь вот 330 грамм. Также повторно купили вот эти вот вафли коровка Ротфронт, 300 грамм здесь упаковочка такая большая, со вкусом топленого молока, ну очень-очень вкусные вафельки, муж их вообще просто обожает. Также он любит вот эти вот конфеты, это батончики Ротфронт, здесь 250 грамм в упаковке, тоже в этот раз взяли. А мне как-то больше нравятся вот такие вот трюфели «Красный Октябрь». Я их уже неоднократно покупала, и вот в этот раз тоже решила взять. Так, здесь у нас по массе 200 грамм. Также любимые конфеты мужа. Это вот такие вот няшечка. В общем, это сверху карамель у этих конфет, а внутри, как, я не знаю, сухое молоко или, в общем, что-то, какая-то молочная начинка. Но тоже они очень, очень вкусненькие, сладенькие, но моя любовь это вот эти. Килограмм сахара, в основном он у меня идет на выпечку, но так как сейчас все дома, выпекаю я довольно-таки много, поэтому тоже взяла. Здесь килограммчик, я уже, по-моему, сказала. Еще к чаю взяли вот такие мини-маффины. Шарлиз с шоколадом. Здесь у нас 433 грамма. Такие мы еще не пробовали маффины. Вот взяли, попробуем. Сыр. Наконец-таки появился мой любимый сыр. Натура, Тильзитер.
Натуры сливочной не было, был только такой, но вот я взяла его 250 грамм здесь. Все-таки для меня натура как-то на данный момент наиболее вкусный сыр из всех, которые мы вот можем приобрести, например, в той же самой пятерочке. Так, здесь у меня майонез провансаль ряба, 400-граммовая упаковочка. Чай, заварка для заварника, по 100 грамм я взяла вот такой вот Greenfield Golden Ceylon, черный чай, очень вкусный, любим, покупаем. И Тесс, черный чай с шиповником и яблоком, тоже здесь 100 грамм, и мы как-то раньше покупали этот чай, и он нам довольно-таки нравился, но в последнее время что-то мы вот про него забыли, и тут я его увидела, и он был по очень хорошей скидочке, тоже взяла. Так, здесь у меня чеснок молодой. Одна головка, также картофель, самый простой, покупала в пятерочке, зелень, лук, сколько здесь, 50 грамм зеленый лук и 30 грамм укропчик. Бондюэль, кукурузу сладкую взяла, хочу на днях приготовить салат с крабовыми палочками, и вот мне нужна будет кукуруза. Доченька любит у меня Гренни Смит яблочки, вот тоже взяла. Здесь их, наверное, 5 штучек крупных яблок. Красных яблок у нас еще осталось много, поэтому мы не докупали. Ну и сейчас перейдем к самому такому вредненькому. Здесь пита, которую я вам уже несколько раз показывала, взяли сразу 2 упаковки, потому что и дети хорошо едят, и мы на завтрак делаем питу с начинкой, получается быстро, вкусно и бюджетно. Также лаваш армянский, 250 грамм, уже тоже покупала такой лаваш, нам понравился, поэтому повторная покупочка. И вот крабовые палочки меридиан для салата, как раз таки для салата с крабовыми палочками. Из макарон взяли вот такие вот, фирму не буду коверкать. В общем, бантики снова взяли. И спагетти по 450 грамм в каждой упаковке. Ну и здесь такое все очень-очень вредное. Здесь муж вот набрал кучу пива. Я даже, кстати, не видела, сколько он взял. Я себе взяла вот такой вот житецкий гусь. Вечером будем смотреть кино. И почему бы не попить пиво. Вот муж набрал кучу вот такого Невского светлого. Кстати, тоже довольно-таки неплохое пиво. Ну и здесь всякие хрустики. Читос. Вот я стала поклонницей читос. Хотя помню еще из детства эту рекламу. Но вот давно-давно не ела. А тут вдруг мы как-то пару раз купили. Мне понравилось сметана и лук. Затем с сыром читос. И вот в прошлый раз брали со вкусом хот-дога. Мужу как-то они не приглянулись, а мне прям очень даже. И здесь в упаковочке. Так, в упаковочке здесь 55 грамм. Вот. В каждой упаковочке. Так, здесь у меня большая упаковка кукурузных палочек. Рузик Макси. У этих палочек хороший довольно-таки состав. 150 грамм. Это вот детям похрустеть. Ну и лейс. Белые грибы со сметаной и любимые мужа просто с солью. Вот такая вот огромная-огромная у нас закупка вышла. И вся эта закупка у нас обошлась нам в 3100 рублей. Так, и сейчас я вам покажу чеки. У нас их вышло 3. Так вот, первый чек на 366 рублей. Второй чек на 957 рублей. Так, и еще один чек, это из пятерочки. На 1779 рублей.